Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам показываю флаг СССР на полиэфирном шелке. Полиэфирный шелк, легкая ткань, очень хорошо развивается. Флаг уличный, сублимационная, очень стойкая печать. Размер стандартный 90 на 135, но мы можем сделать флаги любого размера. Вот такой карман у флага, можно сделать петли по желанию. Флаг односторонний, обратная сторона просвечивается на процентов на 20-30. Фирма «Золотая сфера». Звоните, заказывайте. Если понравилось это видео, ставьте лайки. Нам будет приятно. До свидания.